Здарова, друзья, с вами Владкобуса. Сегодня я совместно с вами буду распродавать свой состав, избавляться от лишних игроков, которые мне не нужны. А также делайте по моим рекомендациям и избавляйтесь от игроков, которые вам реально не пригодятся в этом сезоне больше. Но если вы от меня хотели бы получить звездный абонемент, либо же набор, где находится 5000 FIFA поинтов, еще и дополнительный игрок, а также монетки, то обязательно набирайте ровно 25 тысяч просмотров за сутки, ставьте палец вверх, пишите абсолютно любой комментарий вот там внизу, подписывайтесь на мой YouTube канал и подписывайтесь на мой телеграм-канал. И открывайте ваши подписки на YouTube и также в телеграме. Что-то не будет сделано, извините, отдам другому человеку ваш приз, который заслужил. Получить именно вы. Но если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA поинтов, звездных абонементов, то все покупается официально путем через меня, через мой магазин. Также у меня в магазине вы сумеете для себя найти FIFA поинтов в неограниченных предложениях, а также ограниченные предложения начиная с 750 поинтов и по 15000 поинтов, где шансы выбить карточку 120 ротя игрока и плюс огромное количество монеток. Дополнительно к этому всему у нас обновились приветственные наборы, где находится 500 поинтов, 2500 и 5000 FIFA поинтов. А также вместе с поинтами игрок и монетки. Каждому 20-му покупателю бонус в виде FIFA поинтов. Все покупки у меня в магазине доступны для всех стран СНГ. Нужная ссылка на мой магазин находится в описании. Пройдемся по всем наградам от EA Sports. Первая награда — это у нас набор основателей. Что здесь будет? Карточка 111. Не аукционная, походу. Да. Далее. Дальше. 1250 самоцветов. Замечательно. Усиление навыков, ну хотя на самом деле мне усиление навыков не нужны, поэтому такое себе. Мне лично от этого толку вообще ноль. Дальше открывается у нас хайп основателей. Далее получаем 200 очков селекции. Забираем все это добро. На балансе у меня уже сколько этих очков селекции? Ровно 1326, хорошо. Заходим в таинственные трансферы. Ребята, вся информация о таинственных трансферах и обо всех игроках, которые будут раньше времени появляться здесь, находится всегда у меня в телеге. Так что обязательно переходите в мой телеграм-канал. Грилиша карточку я получил. 110-ю. Замечательно. Общий рейтинг 100 тысяч монет. Я завтыкал забрать карточку 115-ю, когда нужно было забирать. Хотел надольше оставить, чтобы вам все это записать, красиво показать. И тут бахте снова, теперь надо ждать, когда это все откроется. Капец. Охренеть. Всех игроков, которые у вас доступны в вашем резерве, продавайте, кроме вашего основного состава, а также игроков-пионеров, потому что на следующий сезон они не переносятся. А за вашу веру вашего состава вы будете получать достойнейшие награды от EA Sports. Мы сейчас совместно с вами переходим на рынок. Все игроки, которые продаются, я их буду продавать, потому что монетки нужны, а те игроки, которые не продаются или вообще нереально их продать, вы как можете сделать с ними? Вы можете перейти в раздел обмена и обменять на монетки. Пытаемся почти всех продать, на самом деле, ну, даже вот эта вот карточка мне не нужна. Всех нужно попытаться продать. Я так понимаю, всех игроков из этого события практически невозможно продать. Вот Хакими карточку, есть шанс, да, ей 48, покупают его, здорово. Грилиш, купят, не купят тебя, как думаете? 12300, здорово. Всех остальных игроков, которые у вас находятся в резерве, продавайте и улучшайте ваш состав. Это обязательное условие для всех вас. Что-то не сделайте, сори, потеряйте абсолютно все, что у вас было. Поэтому я вам рекомендую все же реально распродать ваш резерв, оставить ваш максимальный овер состава и кайфовать от всех наград, которые EA Sports вам предоставят в следующем сезоне. Но вы не забывайте то, что чем лучше овер вашего состава, тем лучше награды EA Sports вам будут выдавать. Табличка со всеми наградами, которые вам будут выдавать EA Sports рандомным образом, я оставлю всем вам у себя в телеграм-канале. Она будет постоянно дополняться. А возможно, что-то буду улучшать, что-то менять будет. ХЗ как точно будет. Столько офигенных карточек на самом деле в этом сезоне я смог получить. Честно, немножко грустновато даже с ними расставаться. Я уверен, то, что многие из вас собирали разные составы различных футбольных клубов, но сейчас вот то самое время, когда вам нужно с ними попрощаться. Главное, чтобы вы не допустили ошибку и случайным образом не поставили бичевый состав активным составом. Если вы такое сделаете, тогда вы получите награды не за ваш максимальный овер, а за ваш бичевый состав. И это будет вообще такая печаль жесткая. Монетки нужны сейчас, потому что я скоро буду закупать игроков. Нажимаем «Получить все монетки», 65 миллионов монет, сейчас они пригодятся. 119-х пока что можно приобрести. Но думаю, то, что его придется тоже ставить составчик.
Давайте купим. Я думаю, что, ну, цена, конечно, не самая топ, но что делать? Вариантов на самом деле нету. Поэтому покупаем его карточку. Мой состав идеально войдет, его карточка. Мои заявки. Получи все монетки. И купленный игрок у нас. Я уже отдельно от вас это все попродаю. Заходим в раздел обмена. И в разделе обмена делаем себе очки клуба. Они пригодятся еще на обмены различные. Нужно как можно больше игроков пионера получить для того, чтобы в следующий сезон вы перенесли как можно больше офигенных карточек и начали красиво следующий сезон. Чем больше игроков пионера у вас будет, тем лучше для всех вас будет. Так, Коллинса карточку закидываем сюда. Я понимаю то, что можно было бы и попытаться его продать, но не все покупают, поэтому смысла нету тратить на это время. Листаем левее и сейчас позакидываем еще игроков. Закидываем. БПшечка карточка, которую дали eSports совершенно бесплатно. Много разных ништяков на самом деле eSports выдает нам в игре. Поэтому я думаю, то, что хотя бы 2-3 игроков вы 100% себе перенесете в следующий сезон. А может быть даже и больше намного. Плюс вам еще же бесплатно пионера дают. Капитана. Ну, кумира имеется в виду. Я буду стараться сделать так, чтобы ОВР моего состава был максимальным в следующем сезоне. Быстрое добавление. 110. Ну давайте постараемся обменять. Не факт, что я его смог бы продать. 11 лямов, плохо. Но других вариантов на самом деле нету особо. Поэтому приходится так поступать. 16 лямов, хорошо. Обязательно, друзья, избавляйтесь от всех ваших лишних игроков, которые находятся в резерве. Делайте максимальное количество монеток и делайте себе состав вашей мечты. Я пока подфармлю себе монеток, чтобы красиво начать следующий сезон и закачать максимального ВР состава в этом сезоне. Но мне нужно каким-то образом еще получить карточки 120 рейтинга. Я не знаю, конечно, как я это буду делать, но очень хочу. Честно, еще не придумал, как это сделать, но надо, потому что они не продаются на рынке. Так бы я задонатил бы себе еще, купил бы еще и дополнительно монетки, а так я никак этого не могу сделать. Поэтому всем вам рекомендую брать звездный абонемент и FIFA Points для того, чтобы вы максималочку себе прокачали в этом сезоне. Монетки мы сделали, это уже отдельно от всех вас буду делать. Это так, чисто напоминалка, чтобы вы не забывали об этом. Через 6 дней она у нас обновится, и вы снова сумеете закинуть всех ваших игроков, которые у вас находятся в вашем резерве. И благодаря этим всем обменам вы сумеете хоть плюс-минус себя комфортненько чувствовать. В разделе магазина у нас есть наборы по 1250 самоцветов, пооткрываем. А вдруг я здесь смогу получить карточку Лионеля Месси? Конечно, мало шансов, но хотелось бы, почему нет? Полный набор, задача выполнена, 110. Если можно 120 из этого пака, это было бы очень красиво. Даже эффекта никого нету. Все максимально плохо. Гарантированно за 10 покупок. 110, а возможно здесь, кстати, и будет эффект. Ну, хотелось бы, конечно. Да, есть. Американец, ну... Все четко, то, что американец, но вот плохо, то, что не Лионель Месси. 112. Грубо говоря, 5 игроков 119 рейтинга я смогу получить еще дополнительно. И у меня будет ровно 6 игроков 119 рейтинга. Пооткрываем еще 5 наборов по 500 поинтов. Все же хотелось бы получить какую-то карточку Лионеля Месси. Либо Холланда, на самом деле я не против, но здесь вроде бы Холланд не выпадает. Криштиану Роналду нужна карточка. ЛВ. ПСВ. 112, ну, такой себе. Я не понял, думаю, блин, а как такое вообще ЛВ может быть? Забыл то, что я поменял язык. 108 и 2 последних пака, которые могу открыть. Здесь, кстати, тоже эффект есть. Но здесь тоже ничего интересного не будет. Рейтинг у нас 112, бамбы, карточка. И финальный набор, который я могу открыть. Сейчас в финальном паке произойдет чудо, я смогу выбить карточку Лионеля Месси. Хер там. Выставляем его сюда вместо Терштегена. Игроков достаточно много у меня. Дальше выбираем карточку Терштегена. Переносим уровень тренировки. Пока что вот таким вот образом поступаем. 124 рейтинг мы ему качнули. Идеально. 142 рейтинг нашего состава становится. Дальше я распродам весь свой резерв, потому что он не приходит на следующий сезон, и эти игроки мне будут не нужны.
Ну и вам всем тоже эти игроки не будут нужны. Я снова вам повторяю это по 10 раз, для того, чтобы вы наконец-то избавились от вашего резерва. Могу даже пофаниться на своем резерве. Подкрываем наборы кумира. Возможно, что-то годное сейчас произойдет. Нормально, нормально, приятно так. Шмихеля карточка 86-го ретя. Давайте еще раз сделаем это. Ну что делать, просто очень много игроков в резерве, я пока их всех распродам, я с ума сойду. И за ваш весь резерв, который вы распродадите, либо уже в обмены позакидываете, вы получите себе гарантированно монетки, а за эти монетки купите дополнительно одного, либо двоих, а возможно даже троих игроков, которые улучшат ваш основной состав. Переходим в ваш основной состав, повторяем за мной, нажимаем на эту кнопку. Здесь у вас мод находится составы левый, там рейтинг 100, 105, 110, 120, 91, 81. Все те составы, которые у вас лишние, вот например, я нажимаю кнопку создать, вы эти составы удаляете, они вам не пригодятся. Нажимаете сюда вот и здесь удалить, подтвердить. Удаляете этот состав. Нужно, чтобы у вас только один состав здесь остался, ваш основной состав с максимальным рейтингом. Все игроки пионера, которых вы получаете, вы можете закинуть в вашу основу, но вы можете также их оставить в резерве. Только я думаю то, что вам не стоит их продавать карточки. Может быть и можно, но не знаю, пока eSports не дали внятный ответ, поэтому хз, стоит не стоит. Но можно ориентироваться, каких игроков вы получили с помощью раздела переход. Здесь у вас галочка стоит под каждым игроком, который вы получили в этом событии, который у вас принесутся на следующий сезон. Вот такие вот дела, друзья. Надеюсь, то, что вам сегодняшний ролик понравился. Делайте максимальное количество себе монеток, скупайте нужных для вас игроков и улучшайте ваш состав. Ну и друзья, не забывайте ни в коем случае принимать участие в конкурсе на звездный абонемент, либо же на 5000 FIFA Points плюс дополнительный игрок, еще и также монетки. С вас или чтобы принять участие, поставить палец вверх, написать абсолютно любой комментарий вот там внизу и подписаться на мой YouTube канал, а также на мой Telegram канал. Только подписчики YouTube и Telegram сумеют принять участие. Всем вам большое спасибо за просмотр и всем вам до скорых встреч. Всем вам пока!